выясним, что является пересечением двух числовых промежутков. Пересечением двух числовых промежутков называется их общая часть. Обозначается пересечение вот таким знаком. Посмотрим, что является пересечением двух числовых промежутков от минус 6,8 до нуля. Отметим на числовой прямой этот промежуток. Минус 6,8, точка закрашенная, включаем, до нуля. Этот числовой промежуток обозначим вот так. Следующий числовой промежуток минус 2,3, от минус 2,3 до 4, и точки включаются. Значит, закрашиваем эти точки до 4. Отметим этот промежуток. Общей частью этих промежутков есть промежуток от минус 2,3 до 0 включительно. От минус 2,3 до 0, включая крайние точки. Посмотрим здесь. Отметим промежуток от минус 1,5 до 9,1. Точку минус 1,5 не включаем. 9,1 включаем. Отметили этот числовой промежуток. И пересечение второго промежутка от 6,8 до 10. Обе точки не включаем. Этот промежуток отметим снизу. Мы видим, что общей частью двух промежутков, то есть пересечением, будет промежуток от 6,8 до 9,1. 9,1 точку включаем. Рассмотрим следующий пример. Отметим на числовой прямой промежуток от 4,5 включительно до 5. 4,5 точка закрашена, 5 точка выколота. И второй промежуток от 5,8 до 9,9. Точки исключаются. Итак, от 5,8 до 9,9. Мы видим, что здесь общей части этих числовых промежутков нет. То есть пересечением этих промежутков будет являться пустое множество. Следующий пример. Найдем пересечение этих числовых промежутков от минус 9 до 0. 0 забираем включительно. И от 0 до 8,4 не включая. Мы видим, что общей частью этих двух промежутков есть только одно число 0. Значит, пересечением этих числовых промежутков будет число 0. Мы рассмотрели с вами пересечение числовых промежутков.